Ну что, друзья мотоциклисты, с Новым годом наступившим. И сегодня я вам расскажу мини-лайфхак, то, чем я занимался сегодня в течение получаса. Мы с вами знаем, что у нас есть такая проблема. Это достать аккумулятор из отсека аккумуляторного в мотоцикле. Поэтому, как говорится, каждый дрочит как хочет. Кто-то руками выковыривает, кто-то еще как-то, кто-то вот за клеммы пытается выдернуть. Я вот наматывал скотч, потому что у меня скотча, грубо говоря, в избытке. Я занимаюсь маляркой, и скотч есть всегда. Это вещь удобная, но иногда может, видите, поцарапаться и оторваться в самый ненужный момент, а еще, не дай бог, упасть на асфальт. Видите, вот царапается, когда укладываешь его в отсек. Вот, и тут тоже истирается, вот, видите, истерто. Плюс здесь, возможно. Так вот, думал. В принципе, у меня на третьем мотоцикле я вместо скотча сделал уже тесьму. Пустил, тоже, в принципе, удобно. Раз поддергиваешь, она универсальная, на все аккумуляторы подходит. И я ее как шнурок с собой таскал, на разные аккумы ставил. Удобно, но сегодня немножко поработал и сшил вот такую вот штучку. Ушло, ну, около метра вот этого тесьмы обычной. Видите? По размеру ориентировался на маленький аккумулятор, потому что есть мелкий, в основном идет, да, на 400-ках, на 600-ках уже побольше, на литрах чуть повыше. А габариты, вот эти вот основные, длина и ширина, у них идут стандартные. Поэтому, основываясь на аккумуляторах, которые у меня есть на 250-ках, на 400-ках, на 600-ках и на литре, на ватрушке, размер один. Поэтому я решил сделать. И видите, легко и просто. То есть у нас тут идет обвеска и две ручки. Все, то есть мы спокойно можем загружать и спокойно можем извлекать из аккумуляторного отсека. Плюс ручки, видите, я не стал делать вот в этих вот местах крепления основных, потому что они пересекаются вот с клеммами, не дай бог где-то что-то зажмется. Поэтому, видите, удобно и поднимаем, то есть никакие провода уже не запутаются. Если нам нужно убрать, просто можем, если позволяет нам вот ширина опять-таки отсека, можем туда он запихнуть, и будет все четко. Нет, можем оставить как есть, они не мешаются и никоим образом не занимают места. Уложили, закрыли крышечкой. Все. Удобно. Поэтому совет вам. Возьмите, сшейте себе такие штучки. Кому лень шить, ну закажите мне. За 200 рублей я вам сошью их. Сделаю. Вообще не проблема, ребят. А вот каждый раз мучиться, когда нужно достать или внедрить, поставить. Иногда бывают очень узкие туннели. Вот это бывает проблемно. На этом все. Спасибо.